увидел редкое природное явление. Ну как редко? Здесь оно редко. Солнышко светит, ясно, и вдруг над берегом туман. Ну, сейчас тут дом будет видно в тумане, там вон стоит. Туман, 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 и только вдоль берега, и все. А дальше все чистенько. И опять ясное, чистое небо. Интересно, сейчас еще сниму там чуть-чуть. Вот туман, на воде еще ужас, наверное. Коррида будет. Quinta-feira, 6 de agosto, às 22 horas. A terceira famosa corrida de bombeiros Feliz de Vila Moura. Em Praça Alegria contingente de Joaquim Bastinha. Не могу не снять продолжение. Сегодня утро следующего дня. Вот ясное небо такое. Опять поворачиваюсь в сторону океана. Что Гольфстрим вытворяет, смотрите. Туман налетел. Опять. Вила Мора все в тумане. Если видно. Я надеюсь, видно. Все затуманено. Предыстория такая. А вообще, почему туман появился? Сейчас вода теплее воздуха. Вода где-то 24 градуса, океан, а воздух всего градусов 20-15, вот так вот местами, и влажность 88%. А до этого практически месяц воздух был 38, а вода вот последнюю неделю была 18 градусов. А сейчас вот Гольфстрим повернулся и пригнал теплое течение, а воздух почему-то остыл сразу, непонятно. Вот такие явления природные. Ну, красота. Поеду охлажусь в этих облаках тумана.